С начала июня в крае стартовал турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. Проводится он уже 13-й год. Турнир стартовал на Кубани в 2006 году. Его цель – организация досуга детей и подростков в период летних каникул, привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация и развитие массового баскетбола в Краснодарском крае и выявление талантливых юных спортсменов. Соревнования проходят в 4 этапа. На первом перспективных юных баскетболистов отбирают внутри городских и сельских поселений. Второй этап – районный, где состязаются лучшие команды поселений. На третьем этапе – в 7 занятиях. В зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Победители и призеры зональных турниров выходят в финал, который является завершающим, четвертым этапом Кубка. В Славянском районе сейчас проходит второй этап соревнований, в котором принимает участие около 40 команд. Борьба за Кубок губернатора идет в трех возрастных группах. Победитель представит наш район на зональном этапе соревнований, который пройдет в Славянске на Кубани 4 и 5 июля. Помимо всекубанского турнира по уличному баскетболу, в этом году в крае также пройдут соревнования на Кубок губернатора по плаванию, футболу и настольному теннису.